Уважаемые коллеги, в этой коротенькой презентации я хочу напомнить вам об основных изменениях в семенном ассортименте цветов компании Сингента 2020-2021 год. Вместо бегонии Go-Go теперь у нас доступны семена бегонии клубневой, которая называется Limitless. Семена дрожжированные, бегония Limitless – это новая улучшенная серия бегонии клубневой. Цветки очень крупные, махровые, полумахровые, огромная цветовая гамма, цветение на 7 дней раньше стандартных сортов, и бегонию Limitless, которая идет на замену бегонии Go-Go, рекомендуется выращивать в горшках диаметром от 9 до 14 сантиметров. Вот, пожалуйста, посмотрите на все окраски в новой серии бегонии, которая называется Limitless. Как видите, есть отдельные чистые окраски, яркие, насыщенные. Также есть интересные смеси окрасок, в том числе Sunrise, Sunset, Salmon Shades. Вместо катарантуса Кора, который гибрид F1 устойчивый к многим расам фитофторы, теперь появился катарантус Кора с добавлением XDR. Что означает Кора XDR? Это Extra Disease Resistance. Это экстра устойчивость к болезням. Новая серия катарантуса Кора XDR устойчива к 10 наиболее агрессивным изолятам фитофтора никотиана. Растения быстро заполняют горшки, быстро разрастаются в горшках диаметром 10-12 см благодаря улучшенному ветвлению и мощному развитию корневой системы. Ну и посмотрите, насколько крупные цветки, они всегда дадут вам яркий цветовой акцент в цветнике. Здесь посмотрите живые фотографии растений. С линеечкой можете обратить внимание, насколько действительно крупные цветки у нового гибрида Кора XDR, которая постепенно заменяет старую серию катарантуса Кора. Что касается полуампельного катарантуса из семян Кора Каскад, эта серия в нашем ассортименте пока что остается. У нее есть улучшение, но полностью на новую ее серию мы не заменяем. Петунии. В наших полуампельных петунии из семян Рамблин и Плюш пришло пополнение в ряды полуампельных петуний из семян. Со временем новая серия петунии, которая называется Фотофиниш, она полностью заменит петунии из серии Рамблин и серии Плюш. Серия Фотофиниш – это совершенно новые гибриды с идеальными характеристиками по габитусу и времени цветения. Экстра раннее и программируемое цветение. Это растение может выращиваться в условиях недостаточной освещенности, хотя, конечно, как и большинству петуний, ей очень желателен длинный день для цветения. Петуния Фотофиниш первый приходит к финишу, то есть быстрее всего вы начнете сезон продаж, если у вас будет полуампельная петуния из серии Фотофиниш. Очень обильное цветение, замечательные окраски. Со временем добавятся еще окраски из семян. Сейчас, в 2020 году, в доступе есть как серия Рамблин, так и серия Плюш и серия Фотофиниш, но со временем доступность семян Рамблин и Плюша будет все меньше, меньше и меньше, и полностью заменится петунией Фотофиниш. Вместо петунии Пикабелла Каскад мы теперь будем использовать петунию Миллифлора. Серия называется Flash Forward. По характеристикам эта петуния очень напоминает петунию Пикабелла Каскад, просто новые родительские линии. Так что, пожалуйста, запомните, вместо Пикабелла Каскад, уже начиная с этого сезона, мы предлагаем вам петунию из серии Flash Forward. В общем-то и все. Спасибо за внимание. Заходите на наш сайт singenta.ru, на Сингент, на цветочную страничку, и заходите в инстаграм страницы компании singenta.ru. Вы наверняка найдете там для себя что-то интересное. Периодически мы добавляем туда новые видео по цветам, новые каталоги и так далее. Спасибо, до встречи онлайн.